Сегодня в госсобрании Илтумен прошел правительственный час, посвященный реализации госпрограммы по развитию средств массовой информации. С основным докладом выступил министр связи и информационных технологий Александр Борисов. По статистике Роскомнадзора, сегодня в республике официально зарегистрировано 290 средств массовой информации. Из них наибольшее количество – это представители печатных изданий, более 200 газет и журналов. В последние годы наблюдается тенденция сокращения расходов бюджета по реализации программы. Если в 2014 году на господдержку было выделено 978 миллионов рублей, то сегодня эта сумма равняется 854 миллионам рублей. Ежегодно поддержку получают издания, не имеющие возможность получать дополнительный доход. Это 34 улусные газеты, детские журналы, газеты и Саха информационное агентство. Телевизионному и радиовещанию это, конечно, современные методы подготовки видеоконтента, это с использованием информационных технологий, внедрение продюсерского телевидения. Однозначно мы планируем возобновить гонорарную мотивацию всех журналистов. По средствам массовой информации мы сегодня будем вести четкий мониторинг бесплатной доставки и подписки изданий, да, как это влияет вообще на сами издания. По электронным СМИ понятно, что они сегодня динамично развиваются, и мы видим, что там идет нормальная, хорошая работа.